Доброе утро! Вы смотрите «Вести». Сегодня в 17:30 на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», «Архыз-24» в эфире «Радио России», «КЧРФМ». Пройдет трансляция в прямом эфире прямой линии главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Павильон нашей телерадиокомпании уже готов к прямому эфиру. Сейчас идут последние приготовления. Проверяется звук, свет, настраивается прямое соединение с линией, по которой будут приниматься звонки от граждан в студию. Звонки также принимаются с 9 до 18 часов по многоканальному телефону 8 800 256 09. Этот же номер будет работать и в ходе прямого эфира. Какого характера вопросы поступают от жителей Карачаево-Черкесии, «Вестям» рассказал начальник управления главы правительства республики по работе с обращениями граждан и организаций Елена Белякова. В целом вопросы, поступающие от наших жителей на прямую линию главы Карачаево-Черкесии, касаются проблем общественного транспорта, расселения аварийного жилья, работы управляющих компаний, водоснабжения, газификации и популярная в последнее время тема обращения с ТКО. Актуальным на сегодняшний день является вопрос начала отопительного сезона. Прямая линия – это традиционная форма общения Рашида Борисбиевича с гражданами как инструмент обратной связи. По поручению главы республики вопросам граждан уделяется приоритетное внимание. Это и письменные обращения, и личные приемы главы, и выездные мероприятия, и обработка обращений в социальных сетях. Из разных источников можно получить срез ситуации о том или ином населенном пункте по самым важным проблемам и заботам, волнующим наших жителей. Ни один из поступающих вопросов не остается без внимания региональных властей. Каждому обратившемуся направляется официальный ответ. Прямая линия, безусловно, не станет исключением. Гидрометеоцентр сообщает об ухудшении погодных условий на территории Карачаево-Черкесии. С 17 по 20 октября в большинстве районов будет дождь, в горах с мокрым снегом, местами сильные осадки, туман, на дорогах гололедица и понижение температуры в горах ночью до минус 7 градусов. Так что пора уже утепляться. Далее в прогноз погоды, а в 9:30 смотрите «Вести» на абазинском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии облачный дождь, ночью в горах с мокрым снегом, местами сильные осадки, в отдельных районах туман. Ветер северный 6-11 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 3-8, в горах минус 2, плюс 3, а днем 6-11, выше нуля и местами до плюс 6. Черкесский дождь, днем сильный, ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла.